Война за Хиигару оставила галактику в хаосе. За последние 15 лет появились новые возможности и усугубились старые обиды. Бывшая гегемоном империя Таидан раскололась под тяжестью гражданской войны. Новая республика Таидан пытается удержать старые территории вместе, в то время как силы, верные старому императору, скрываются в новых бандитских королевствах, ожидая своего шанса нанести ответный удар. Пока Таидане бьются между прошлым и будущим, народ Кушан обосновался на Хиигаре, строя новые города, восстанавливая ущерб, нанесенный в последней битве за их родной мир. Даже хрупкий мир имеет свою политику. Совет Киитов был восстановлен. Теперь будущее Хиигары обсуждается среди собравшихся Киитса. Даже среди равных есть борьба за власть. Экспедиционный корабль все еще находится на орбите высоко над Хиигарой. Превращенный вверх, он теперь строит новые авианосцы по спецификациям каждого отдельного Киита. Потребность в новых кораблях и экипажах для них чрезвычайно остра. Военные и экономические нужды давят на новых хиигарян. Ресурсы и технологии находятся под управлением Совета. Кииты, не имеющие достаточной политической власти, вынуждены покупать технологии у Бентуси и других рас. Корабли хиигарян экзотического дизайна теперь ищут свое счастье среди звезд. Война за родину закончена, но галактика остается опасным местом.